Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вы увидите сериал 2021 года содержание и анонс сериала, а перед просмотром не забываем нажимать лайк. Приятного просмотра вам и не забывай, дорогой друг, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежий сериал, также 2021 года, только на канале Тренд Кино. Краткое содержание сериала «Врачебная ошибка». Мария Журавлева – превосходный хирург. Ее ценят другие сотрудники клиники и благодарят пациенты. Жизнь этой молодой и красивой девушки окончательно стала напоминать сладкий сон, когда она нашла вторую половину. Казалось бы, женщине в любви просто, надо наслаждаться жизнью. Проблема в том, что Марии Журавлевой нет в живых. Под ее именем живет и работает другая личность, Зоя Ковалевская. Самозванка некогда работала врачом и однажды допустила фатальную профессиональную ошибку, в итоге ее посадили за решетку. Наконец, срок за преступление, в котором героиню несправедливо обвинили, закончился. Выйдя из тюрьмы, бедная девушка влипла в другую страшную историю. Ее попутчицу в вагоне поезда, доктора с золотыми руками Марию Журавлеву, убивают в пути. Чтобы не быть замешанной в этой истории, Ковалевская вынуждена убежать с документами умершей. Учитывая, что Зоя мечтает опять стать врачом, она решается на авантюру. Играя роль Журавлевой, аферистка обманным путем занимает ее должность в люксовой столичной больнице и становится подчиненной известного хирурга Константинова. План самозванки срабатывает, но долго ли ей удастся обводить вокруг пальца множество людей?